В Новошахтинске успешно функционируют 29 дошкольных учреждений. 4 детских сада являются инновационными площадками федерального и областного уровней. 3 имеют статус казачий, возрождая национально-культурные традиции Дона. 2 детских сада носят звание победителя всероссийского смотра-конкурса «Образцовый детский сад». Центр развития ребенка детский сад номер 38 «Журавушка» является федеральной базовой площадкой для реализации направления «Модернизация муниципальных систем дошкольного образования». Педагогический коллектив «Журавушки» работает над проблемой создания здоровья сберегающей среды развития ребенка. Детский сад сейчас работает в полном режиме. Посещают детский сад 230 детей, работают 16 педагогов и 46 обслуживающего персонала. Приоритетным направлением нашего образовательного учреждения всегда было, есть и будет укрепление здоровья детей и физическое развитие детей. Главным акцентом мы ставим в своей работе это выбор таких программ, которые бы сохраняли здоровье наших детей. Обычный день в детском саду наполнен интересными занятиями. Говоря официальным языком, воспитатели осуществили подбор инновационных образовательных программ. Вот идет занятие по хореографии. Девочки старшей группы получают необходимую растяжку, умение владеть своим телом. Это особенно важно в раннем возрасте. С детьми, кому показаны психокоррекционные занятия, работают психолог и логопед. Широкий язык отдохнет, полежит, и снова собачка за кошкой бежит. Широкий язычок. Как собачка устает. Давно доказана эффективность влияния мелкой моторики на общее развитие ребенка. Рисование, лепка, аппликация, работа с мелкими деталями полезны каждому малышу. Родители умиляются выполненными поделками, а результат такой работы будет иметь более глубокие корни. Они проявятся уже в школе и отразятся на успеваемости. Жителям поселка Горького, чьи дети посещают Журавушку, несказанно повезло. Мало того, что после открытия модульного корпуса проблема с местами для дошколят была полностью решена. В этом детском саду есть собственный бассейн, а роль плавания в развитии ребенка неоценима. Каждое занятие плаванием для этих ребят как праздник. Они буквально рвутся в воду, но сначала обязательный осмотр медсестры, разогрев тела специальными упражнениями, в том числе на тренажерах. И вот уже вода с обязательной температурой в 31 градус. И тут уже трудно удержать малышей по линейке. То, что работает плавательный бассейн, мы видим, как закаливающие процедуры влияют на здоровье детей и положительно влияют на их физическую активность. Все это в комплексе и есть «Здоровье сберегающая среда» – программа, учиться которой в Журавушку приезжают педагоги из других городов области.